Значит, вообще семейство этих компьютеров, ПК-8000, включает в себя три модели, таких наиболее известных. Это компьютеры Сура, ПК-8000, это, собственно, головной компьютер этой линейки. Производился он на заводе ВЭМ в городе Пенза с 87 года. Производился до середины 90-х. Где-то суммарно было порядка 15 различных модификаций. Там можно было подключить к нему дисководы, можно было подключить к нему принтеры, различную периферию. И одной из главных, кстати, концепций при производстве было то, что этот компьютер поставлялся с фирменными мониторами. Потому что считалось, что компьютер нужно подключать не к бытовому домашнему телевизору, а к специализированному монитору, чтобы не портилось зрение. Второй компьютер линейки — это Vesta. Vesta вообще на самом деле это клон некоего подобия первого варианта Суры, который был отбракован и не пошел в производство. И делалась Vesta на заводе «Сигнал» в городе Ставрополе. Эти заводы впоследствии просто подключились к производству, и Vesta выпускалась с 1988 года. И третий компьютер линейки — это компьютер «Хобби». Делался он на Оренбургском аппаратном заводе, соответственно, в городе Оренбург, уже с 1991 года. Но его производили уже гораздо меньшими партиями, нежели первые два. Вообще, доподлинно известно о существовании еще одного компьютера этой линейки. Это компьютер Карат ПК-8000. Но абсолютно неизвестно, кто его делал, когда, какими партиями, какой был тираж. И, в общем, информации про него нет совершенно. Единственное, что известно, это то, что этот компьютер неоднократно всплывал на различных торговых площадках типа Авито и каких-то публичных аукционов. Доподлинно известно про три случая появления его в продаже, но попытка связаться с продавцами ни к чему не приводила. Объявление просто снималось с продажи, и, собственно, информации о нем никакой, кроме фотографий из интернета. Поэтому если у кого-то есть какая-то информация про эту машину, то будет тоже достаточно интересно узнать и, возможно, где-то разместить. Кроме того, на базе компьютеров ПК-8000 производился еще аркадный автомат советский. Назывался он «Фотон». Делал его кооператив одноименный, также в городе Пенза. Выпускался с 1988 по 1991 год. Я прошу прощения, у меня тут опечатка в слайде. Как он появился? На самом деле инженерам завода в какой-то момент захотелось жить не только на зарплату инженерную, а заработать денег. Как раз в конце 80-х годов стали активно развиваться кооперативы, и друзья инженеров завода владели кооперативом «Фотон», который производил мебель. И, соответственно, у них были производственные мощности для того, чтобы изготавливать корпуса этого аркадного автомата. Внутрь ставился, собственно, сам компьютер, этот ПК-8000. И отличие от именно домашней машины было в микросхеме ПЗУ. То есть вместо штатного бейсика туда вставлялась специализированная микросхема отдельная, записанная специально с играми. В чем ее специализированность? Дело в том, что вообще вот эти ребята из кооператива «Фотон», они стремились сделать все честно. То есть у них были планы на то, чтобы разработчики писали игры специально для этого аркадного автомата. И применяли ряд защит. В частности, бралась микросхема ПЗУ, и перед записью на нее игры записывался в конец. То есть там, получается, несколько микросхем ПЗУ в компьютере, и вот на последнюю микросхему записывался блок из 256 нулей, и клался под ультрафиолетовую лампу на несколько минут. В зависимости от серии модификации микросхемы ПЗУ время под лампой варьировалось, и, соответственно, микросхема стиралась частично. При дальнейшем считывании данных с этой микросхемы ПЗУ программа в разные моменты времени получала случайную последовательность нулей и единиц. И, соответственно, в коде была специализированная проверка, которая контролировала, значит, состояние этой памяти. И если считывание происходило неустойчивое в цикле, соответственно, микросхема считалась подлинной, и игра нормально работала. Если же этот тест не проходил проверку этой микросхемы, если сбоев не было и чтение шло строго нулями, значит, микросхема была фальсифицирована и установлена без согласования с производителями аркадного автомата. И здесь тоже есть такой хитрый нюанс в том, что игра зависала, причем не сразу.
То есть в игре можно было пройти там 1-2 уровня, и зависание могло произойти совершенно неожиданно. И вот это отсроченное зависание было тоже реализовано именно для того, чтобы было сложнее отследить вот именно тот момент, где происходит проверка, чтобы потом ее убрать в коде. И вызывалась эта проверка тоже неоднозначным способом, через машинный стек, записью и потом последующим возвратом уже из других совершенно веток кода, чтобы, опять же, таким образом защитить от несанкционированной установки в этот автомат других игр. Вообще известно, наиболее известны три версии этого аркадного автомата. В них записывались игры Tetris, в них записывалась игра Python, и она, в общем, была наиболее такой, наверное, заводной. И существовал автомат сразу с двумя играми. Это были игры «Лабиринт» и «Клад». Вообще стремились игры писать специально для этого автомата. В ряде случаев, конечно, брали уже готовые игрушки с основного домашнего компьютера. Иногда, наоборот, игры, написанные под аркадный автомат, впоследствии выходили в виде кассетных версий уже для настольного компьютера. Сами игры. В основном, ну, большая часть, вот я тут скачал библиотеку игрушек, большая часть из них написана на Basic. Соответственно, ну, мы все понимаем, как они работают, довольно медленно, с большим количеством мерцания на экране. Ну, оформлялись они, соответственно, тоже, в общем, таким достаточно кустарным дизайном. Вот. И представляют собой, в общем, достаточно удручающее зрелище на сегодняшний день. Но для ностальгирующих, в общем, людей, у кого этот компьютер когда-то был, конечно, они вызывают умиление. Причем выпускались не только игры, значит, были компьютерные классы в школах на основе ПК-8000. Соответственно, для него было написано некоторое количество учебных программ. И, в частности, такие специфичные вещи, как, например, программа «Гороскоп». Я тут обнаружил ее, вот, запустил. Первым делом программа попросила у меня ввести свои анкетные данные, там, имя, возраст, дату рождения и так далее. Я все это заполнил, значит, программа некоторое время подумала и выдала мне вот такой результат. Значит, повезет ли вам сегодня? У вас ничего не получится. И счастливое число ваше — ноль. Всего хорошего. То есть компьютер вообще не оставляющий как бы никаких надежд. Значит, конструктивно что представляет собой эта машина? Это моноблок. В одном корпусе с клавиатурой находится сама системная плата, причем не одна, их там целых две. Нижняя плата чуть побольше, верхняя плата устанавливается поверх нижней вторым ярусом. Вот здесь вот на схеме можно увидеть три разъема таких трехрядных. И, соответственно, на нижней плате мама, на верхней плате папа. На нижней плате компьютера устанавливается процессор, микросхемы ПЗУ со встроенным интерпретатором Basic, там контроллеры ввода-вывода, какие-то системные разъемы, там кнопки reset, питание и так далее. На верхней плате, соответственно, находится вот оперативная память, контроллеры ее управления и синхрогенератор. Ну, изучение компьютера, конечно, стоит начать в первую очередь с процессора. Значит, поскольку Zilog Z80 достать не смогли, устанавливали процессор наш отечественный KR580 VM80A. Это на самом деле с советской разработки процессор с 77-го года, прошу прощения, его выпускали. И этот процессор является полнофункциональным аналогом Intel i8080. Структурно он очень похож на Zilog Z80, и в некотором приближении можно считать его предшественником. Значит, там регистр А, аккумулятор восьмиразрядный, регистр флагов, регистры общего назначения B, C, D, E, H и L. И вот эти самые регистры общего назначения объединяются в общие регистровые пары 16-разрядные B, C, D, E и H, L. Есть указатель стека, регистр SP и программ каунтер, то есть счетчик команд, непосредственно в котором находится адрес в данный момент выполняемой программы. Регистр флагов практически полностью идентичен Z80. И отличие, собственно, в том, что нет второго аккумулятора, второго регистра флагов тоже нет, и, соответственно, отсутствует команда XIFIF'. Нет второго набора регистров общего назначения, и, соответственно, нет команды для переключения между ними. Нет регистров I и регистров R. То есть у нас здесь только один тип прерываний системных. Другие здесь невозможны. Отсутствуют индексные регистры IX, IY. Так что огонь сделать не получится. Ну и отсутствуют команды для блочной пересылки
вернее, для пересылки блоков памяти. То есть это команды LDI, LDD, LDIR, LDDR. И с портами ровно та же самая история. То есть команда OUT-I, OUT-D, OUT-DR, OUT-IR тоже здесь отсутствуют. Нет битовых операций, в отличие от Z80. И команды сдвига, их 4 на самом деле, влево-вправо с участием флага переноса либо с копированием младшего разряда во флаг переноса. То есть двигать другие регистры нельзя. И, в общем-то, наверное, это все отличия от Z80. Поэтому, в общем, здесь в зале достаточно большое количество спектрумистов. И я, наверное, в своем рассказе буду часто делать отсылки к компьютеру Spectrum, потому что, в общем-то, они структурно довольно схожи. Соответственно, как программировать под него? Система команд там своя. И она, как бы так сказать, поделикатнее, очень интеловская. Вот, и, конечно, совершенно несопоставимо вообще с сознанием. Ну, с моим, во всяком случае. Значит, если сравнивать одни и те же команды между Z80 и I80, то, в общем, вот на этом слайде можно посмотреть, что, например, команда записи в регистр А содержимого ячейки памяти, которую адресует регистр HL, у нас это, собственно, делается через команду LD, и то же самое по отношению к регистровой паре DE и по отношению к непосредственной ячейке памяти. На I80-80 это три совершенно разные команды. MOV A, M, LD, AX, D и SHLD. При этом даже такие команды, как сложение и вычитание, в зависимости от того, работают они с внутренним регистром либо с внешней ячейкой памяти, тоже отличаются в написании. То есть у нас это SUB всегда на спектруме, на I80-80 это SUB и SUE. И команды обмена данными между регистрами XDE и HL, хорошо знакомая многим здесь команда, там записывается как XCHG, и обмен регистровой пары HL с вершины стека XTHL. В общем, когда я на все это посмотрел, я понял, что учить я это все абсолютно не хочу. И, в общем-то, стал искать обходные пути. Таковые нашлись. Значит, на просторах интернета обнаружилась программа для преобразования синтаксиса, в которую можно совершенно невозбранно загрузить исходник Z80 и на выходе получить исходник в синтаксисе I80-80. И наоборот. Программу эту написал Дмитрий Крапивин, многим известный здесь как Гоблиниш. И, в общем-то, он сделал действительно колоссальное дело, потому что с помощью этой программы удалось, в общем-то, изучить код многих процедур, которые изначально были написаны именно в синтаксисе I80-80. Уже, в общем-то, оперируя вполне знакомыми терминами. В комплекте с этой программой шла еще очень важная таблица. Это таблица соответствия мнемоник. Соответственно, можно, глядя на эту таблицу, очень четко отследить, какие команды у нас есть из синтаксиса Z80 в этом процессоре, каких команд нет, какой у него опкод и какое у него действие. И внимательно изучив эту таблицу, я понял, что, собственно, ассемблер-то идентичен. То есть если не пользоваться специфичными вещами, которые свойственны только Z80, можно в мнемониках Z80 совершенно спокойно писать. Все команды совпадают по опкодам, по действиям и даже по влиянию на регистры флагов. Абсолютно идентично. Поэтому, недолго думая, ко всей этой истории был прикручен редактор VS Code. К VS Code настроен компилятор SJASM для кода Z80. И, собственно, разработка пошла полным ходом. Я не буду сейчас останавливаться подробно, как настраивать VS Code и как прикручивать к нему SJASM. Мы от музея Яндекса в прошлом году проводили онлайн-курс вебинаров по программированию ретро-компьютеров. Там я как раз в прошлом году это подробно вопрос освещал с наглядными примерами. И на Хайпе, на портале hype.retroscene.org тоже есть хорошая статья, где, собственно, все пошагово описано. Так вот, какие же технические характеристики у этого компьютера ПК-8000? Значит, про процессор мы поговорили. Тактовая частота его 2,5 МГц. Про быстродействие поговорим чуть-чуть попозже. Оперативная память доступна абсолютно вся. В компьютере 64 килобайта оперативки. Реализована она на нескольких микросхемах. Также на нескольких микросхемах реализовано ПЗУ, у него объем 16 килобайт. В нем, соответственно, встроенный интерпретатор BASIC. BASIC этот неоднократно дорабатывали. У этих компьютеров есть несколько версий BASIC, каждый со своей, там 1.0, 1.1, 1.2. Больше, по-моему, нет, насколько я знаю.
И, соответственно, как же у нас в этом компьютере устроена карта памяти? Карта памяти представляет собой вот такую табличку. Значит, у нас условно 4 страницы памяти с адреса 0 до 16384, далее до 32768, далее до 49152 и до потолка 65535. В нижней банке памяти у нас по умолчанию при включении компьютера находится BASIC, но есть возможность подключить в нижнюю страницу оперативку. Причем в этой нулевой странице памяти как раз находится видео ОЗУ. Оно на 16 килобайт. И сейчас посмотрим, как, значит, оно, собственно, там внутри устроено. С адреса 4.3.0 в 16-ричной системе счисления у нас обычно начинается область BASIC рабочая. Там же находятся системные переменные. Чуть дальше свободная область под все ваши нужды. И наверху стек. В самой верхней банке памяти с адреса F3.0 до потолка, до FFFF, находится системная рабочая область. Что она собой представляет? Смотрите, поскольку в нижних адресах у нас может попеременно находиться либо BASIC, либо видеопамять, а интерпретатору, встроенному BASIC, нужно писать в видеопамять регулярно, и не только писать, но и читать оттуда, то в тот момент, когда в нижней банке находится видеопамять, интерпретатору нужно где-то находиться в другом месте. Поэтому он копирует сам себя в оперативу, в верхние 4 килобайта, и часть интерпретатора BASIC выполняется оттуда. Причем конструктивно довольно реализовано забавно. Если у нас в нижних адресах находится исключительно интерпретатор BASIC, видео мы туда не подключаем, но пытаемся в эти адреса писать, то запись как раз произойдет именно в видео ОЗУ. А вот если мы будем оттуда читать, то чтение произойдет именно из ПЗУшки. Поэтому, когда я более-менее разобрался с графическими видеорежимами этого компьютера, первое, что я захотел сделать, это процедуру печати точки на экране в произвольном месте. И долго не мог понять, почему у меня процедура работает с ошибками. Несколько раз проверил исходник, а оказалось, что, собственно, я, прежде чем записать байт, содержащий эту точку, читаю, что там находится, накладываю на него свежеустанавливаемую точку и записываю видеопамять. Так вот, читал я из ПЗУшки. Такой достаточно интересный момент. Значит, управляется карта памяти с помощью порта ввода-вывода, порт под номером 80 в 16-ричной системе счисления. Значит, в нем 8 бит попарно по 2 бита кодируется то, значит, что у нас будет находиться в той или иной странице видеопамяти, то есть выбор конфигурации. Соответственно, поскольку бита 2, то есть 4 состояния. В любую из вот этих областей можно подключить ПЗУ, либо оперативную память, причем для каждой банки памяти там будет своя оператива. И можно подключить внешнюю память, которая подключается к компьютеру в слоты расширения. У компьютера два слота расширения, они находятся в задней части корпуса, обозначаются как X1, X2. По графике. Вот здесь, пожалуй, самое интересное. Графических видеорежимов в этом компьютере три. Значит, начнем с самого первого. Первый видеорежим, он текстовый. Значит, опять же, проводя параллели с компьютером ZX Spectrum, на компьютере Sura точно такой же экран, 256 на 192 точки. И символы выводятся размером 8 на 8 пикселей, соответственно, тайловая карта, если мы будем рассматривать именно текстовый режим, у нас имеет разрешение 32 на 24 символа. Так вот, по умолчанию в компьютере в нулевой странице памяти с нулевого же адреса начинается буфер экрана размером 768 байт, который, собственно, содержит ASCII-коды символов, которые мы будем там печатать. Дальше находится неиспользуемая область, и с адреса 4.2.0 располагается хитрая таблица цвета. Таблица цвета состоит всего из 32 байт. То есть, по сути своей, это область атрибутов. Но если у нас весь экран 768, а таблица всего 32, на что она влияет? Влияет она вот на что. Каждый байт этой таблицы окрашивает не один символ на экране, а линейку сразу из 8. Таким образом, нулевая ячейка атрибутов у нас окрашивает первые 8 символов, значит, следующие — вторые 8 символов и так далее. Все 32 байта окрашивают полную треть экрана. 256 символов. А что с остальными двумя третями? А все очень просто.
информация о цвете между этими третями копируется. Таким образом, если мы заносим 32 байта в эту область, например, допустим, у нас там нули изначально, мы окрашиваем самый первый, вот, меняем самый первый байт этой атрибутной области, у нас окрашиваются 8 символов сразу в верхней трети, в средней трети и в нижней трети. То есть такое неоднозначное достаточно решение, с которым, к сожалению, нам как разработчикам ничего не сделать. Дальше опять находится неиспользуемая область памяти, и уже с адреса 8.2.0 находится наш знакогенератор. Это, собственно, тот шрифт, которым мы будем печатать этот текст. Там все предельно просто. Каждые 8 байт этого массива содержит начертание той или иной буквы. Всего, соответственно, 256 символов доступно нам, поэтому знакогенератор имеет размер 2048 байт. Значит, это что касается первого режима. Есть еще режим под номером 0. У него все немножко хитрее. Экран... уже тоже, это тоже текстовый видеорежим, но в одной строке экрана не 32 символа, а 64. Причем на экране одновременно можно увидеть только 40. Все остальные символы находятся справа за экраном и не видны. В нормальном состоянии они заполнены нулями, причем конец каждой вот этой символьной строки содержит 5 байт. Это байты 0.5, 0.6, 0D, 0E и 0.0. Для чего эти байты там находятся? Эти байты записывает туда интерпретатор BASIC, ПЗУшка, при включении компьютера, и они там нужны для регенерации памяти, потому что процессор в машине достаточно медленный, и он не успевает регенерировать память сам, поэтому приходится ему помогать. Если эти значения в конце всех этих 24 строчек убрать, то память будет портиться, и причем достаточно быстро. Уже буквально 5 минут простоя компьютера приводит к вполне ощутимым визуальным артефактам и, соответственно, может привести к зависанию, потому что попортиться могут ячейки, которые, в общем, содержат программный код. Далее опять неиспользуемая область. С круглого адреса 8.2.0 у нас находится знакогенератор. Этот видеорежим черно-белый, вернее, монохромный. То есть здесь никакой информации о цвете нет. И, соответственно, у этого компьютера есть бордюр, я забыл об этом сказать. И в первом случае, в первом видеорежиме, если мы красим бордюр, то окрашивается исключительно бордюр. В нулевом режиме окраска бордюра приводит к окраске в этот самый цвет всего экрана вместе с текстом. Смотрите, какая история. Символов на экране у нас 40. А сам символ у нас по-прежнему 8 на 8 точек. А разрешение у нас, опять же, по-прежнему 256. Соответственно, мы не укладываемся. Поэтому в этом видеорежиме реализована такая хитрая штука. Из каждого символа 8 на 8 видны только старшие 6 разрядов. Младшие 2 бита каждого байта у нас отсекаются. Таким образом, у нас печатаемый символ оказывается размером 6 на 8. И встроенный системный шрифт организован таким образом, что младшие 2 разряда никогда не задействованы. Соответственно, мы можем печатать этим шрифтом в видеорежиме 1, и у нас просто будет межбуквенный интервал шире. Или можем печатать в режиме 0, соответственно, буквы будут ближе друг к дружке, большее количество текста влезет на экран, но, соответственно, символы будут вот такие вот прямоугольные. И, наконец, видеорежим 2. Этот видеорежим графический. И здесь, на самом деле, все просто. С адреса нулевого начинается область в 6 килобайт. Это стандартный пиксельный набор, ровно как в спектруме, битмап. Единственное, что раскладка памяти здесь не такая, как на спектруме, там она не линейная, там у нас по горизонтали заполняются все строчки с шагом 8, потом идет повторение со смещением и так далее. Здесь получается, поскольку экран организован тайловым методом, то, соответственно, первые 8 байт у нас рисуют подряд символ, дальше следующие 8 байт — соседний символ и так далее. И у нас идет посимвольное заполнение всего экрана. С точки зрения знакомест у нас экран абсолютно линейный. Дальше находится буфер экрана размером 768 байт. Это тот самый момент, когда мы встречаем расхождение с официальной документацией, потому что ни в одной книжке, которая шла вместе с этим компьютером, про это ничего не сказано. С адреса 18.00 в 16-ричной системе счисления находится область 768 байт размером, в которой каждые 256 байт, то есть каждая вот эта треть области, заполнена кодами по нарастанию 0, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее до FF.
Для чего это нужно сказать, честно говоря, не могу. Детально еще не разбирался, но у меня подозрение, что здесь тоже очень серьезно все завязано на регенерации памяти. Это, опять же, сделано в качестве подспорья процессору. Дальше неиспользуемые несколько килобайт и с адреса 2000 находится область цветовых атрибутов. В чем отличие от спектрума? У нас на спектруме 768 байт атрибутов, и 1 байт этой области окрашивает сразу область 8 на 8 точек. Здесь область атрибутов точно такая же 6-килобайтная. То есть у нас 6 килобайт на пиксели и 6 килобайт на атрибуты. Таким образом, один атрибут у нас окрашивает сразу один экранный байт. То есть клэшинг у нас есть, но в пределах не 8 на 8, а 8 на 1. Как кодируется цвет? Вот здесь я попытался изобразить 1 байт атрибутной области. Значит, кодирование происходит по битовое. 3 старших бита каждой тетрады байта у нас отвечают за цвета. RGB. Младшие 2 бита, то есть это бит 0 и бит 4, у нас отвечают за яркость. Иными словами, у нас в атрибутной области нет признака мерцания, но зато есть 2 брайта. Один для чернил, один для бумаги. То есть один для цвета тона, другой для цвета фона. Соответственно, в одной этой атрибутной, в одном атрибуте, вот в этом в атрибутной полоске, может совершенно запросто сочетаться яркий цвет и неяркий цвет. Более того, забегая вперед, могу сказать, что даже бордюр можно красить как с брайтом, так и без. То есть графические возможности в этом отношении здесь гораздо богаче. Слева представлена полная палитра этого компьютера. И, соответственно, коды цветов. То есть у нас честных 15 цветов от 0 до F. Ну, собственно, структурно можно вот представить примерно вот в такой таблице, угрубленной. Кстати, по поводу видеорежима 1 обнаружилось еще одно расхождение с официальной документацией, если вот вернуться к слайду вот этому. Режим 0. Я уже сказал, что там 64 символа в строке, и в конце байты 0,5, 0,6, 0D, 0E и 0,0. Это действительно фактическое значение. Во всех книжках, во всех примечаниях к этому компьютеру и в большей части интернета присутствует информация о другой последовательности. 0,5, 0,6, 0,7, 0D, 0E, 0F. На самом деле все не так. То есть именно ПЗУ записывает ровно такие значения, какие я указал. Потому что мне, в общем, пришлось залезть в ПЗУ именно для этого и посмотреть, как там на самом деле все устроено. Главная особенность этого компьютера в том, что все эти 3 видеорежима, о которых мы сейчас говорили, релоцируемые. То есть у нас видеопамять не прибита жестко гвоздями к одним и тем же адресам. Соответственно, есть отдельный порт. В официальной документации он называется почему-то регистр. С номером 84. 84 — это 16-ричная нумерация, где отдельные биты отвечают за то, какой видеорежим у нас, собственно, будет сейчас выбран. 5-й разряд этого порта отвечает за количество знаков на экране, 32 знака или 40 знаков. И, соответственно, 4-й бит — это признак того, графический у нас режим или текстовый. В этом же, ну, как они говорят, регистре. 2 старших бита, 7 и 6, содержат 2 старших бита адреса. То есть это, по сути, своей номер страницы общего поля памяти. То есть у нас либо будет в нижних 16 килобайтах, либо в средних 16 килобайтах, либо в верхних 16 килобайтах. Также за переключение видеорежимов отвечают другие порты. Это номер 90. В нем можно указать разряды остальные адреса для режима 1, для режима 0. Это, собственно, положение текстового буфера, где у нас, собственно, символы наши будут находиться. Порт с номером 91 определяет положение знака генератора, то есть где у нас находится шрифт, который мы печатаем. И это для режима 0 и 1, а для режима 2 он указывает на положение буфера экрана. Регистр, вернее, порт 92 определяет положение массива графики в режиме 2. И порт 93 определяет положение массива цвета. Это, на самом деле, вся информация есть в официальной документации. И, соответственно, цвета для бордюра в режимах 1 и режимах 2 или для всего экрана в режиме 0 задается в отдельном порту под номером 88.
Значит, когда я вообще прочитал про то, что видеопамять релоцируемая, у меня сразу загорелись глаза и зачесались ладони, потому что, ну слушайте, это же можно вообще совершенно бесплатно сделать полноэкранный попиксельный скроллинг. Ну, технология понятна, да, разматываем в памяти какую-то картинку высотой в 2 экрана, дальше просто меняем указатель побайтово, и у нас вот это окно видеопамяти ползет по всему нашему массиву, мы совершенно бесплатно получаем, значит, вертикальный скроллинг. Незамедлительно сел, попытался это реализовать. На самом деле не тут-то было. Значит, этот номер здесь не пройдет. Если внимательно посмотреть на документацию вот на эти порты, которые у нас адресуют видеопамять, у нас адресация начинается с 11 разряда адреса. И для режима первого с 10 разряда адреса. То есть переключение у нас происходит не по байтово. Видеопамять мы не можем засунуть в любую произвольную область, а переключение происходит постраничное. Окнами по 6 килобайт для графического видеорежима, в 1,5 килобайта для режима 0 и окнами по 1 килобайту для режима 1. То есть формально, конечно, да, у вас видеопамять может находиться где угодно, но по сути своей вы обладаете просто, ну, грубо говоря, там 4 видеостраницами, между которыми можно переключаться. Да, гигаскрин сделать без проблем. То есть можно сделать 2 составляющие картинки, нарисовать в разных местах, чередовать их там раз за фрейм, и, в общем, все получится. Но скроллер реализовать, к сожалению, не удастся. Кроме того, за переключение видеорежимов в этом компьютере отвечает еще один порт с номером 84. Ой, вру, не 84, а 86. И у него довольно интересное, значит, описание. Один бит, 5 разряд, отвечает за индикацию, то есть на клавиатуре компьютера находится светодиод, можно им моргать. Есть 5 разрядов, которые не используются вовсе, но интерес представляет собой 4-й бит этого порта, который отвечает за гашение изображения. Я очень долго не мог понять, зачем оно нужно. Оказывается, гашение изображения необходимо производить для обновления информации о цвете в режиме 1. То есть для заполнения вот этой самой таблицы цвета размером в 32 байта. Если мы будем пытаться обновить информацию о цвете для этого видеорежима, не погасив экран, у нас ничего не получится. Мы получим просто черный экран и все. Вот такие вот конструктивные особенности графики. Соответственно, первое, что мне захотелось… Значит, у ПЗУ компьютера есть своя подпрограмма, которая переключает эти графические видеорежимы. Но попытка вызвать ее каждый фрейм в моем случае не увенчалась успехом. Я пытался сделать гигаскрин, щелкать каждый фрейм. То есть гигаскрин, причем не просто между 2 отдельными картинками в одном видеорежиме, а между 2 разными видеорежимами. Мне сразу захотелось попробовать различные хаки и трюки. И штатная процедура не вывозит, просто по скорости. Соответственно, я написал свои короткие и мелкие процедурки, основываясь вот на этой официальной документации. Вот, собственно, то, что получилось для режима 0. Короткий код, который влезает на один экран. То, что получилось для режима 1. И то, что получилось для режима 2. Запустил, не работает. Долго пытался экспериментировать, пытаться понять, в чем дело. Нашел документацию не только на компьютер Сура, но и на Весту, и на Хобби. Посмотрел, что там. Там информации в книжках еще меньше. И, в общем, выхода не оставалось, как залезать в ПЗУ. К счастью, есть такой товарищ под ником Demetrius203, который несколько лет назад в одной из веток форума ZX.PK.ru взялся за задачу дезассемблирования ПЗУ компьютера ПК-8000 и проделал, на самом деле, титанический труд, пройдя дизасмом IDA по всем 16 килобайтам, все дезассемблировал, все разобрался в том, как все происходит, все продокументировал и выложил эту, значит, результат своей работы в виде HTML. Но, к сожалению, работу он эту не довел до конца. Он там выкладывал несколько промежуточных версий. После одной из версий он сказал, что будет дописывать документацию, и осталось там где-то еще, наверное, 20% работы, и пропал на год. Через год он там появился в ветке форума, сказал: «Ой, ребят, времени сколько прошло», говорит, «все, берусь, доделаю», и пропал окончательно. Поэтому, собственно, взята была вот эта последняя версия. Она, естественно, в синтаксисе i8080. И первое, что я сделал, я перевел целиком, значит, весь этот документ в синтаксис Z80 и отформатировал.
Если кому-то понадобится этот документ, можно, собственно, написать на почту нашего музея или связаться напрямую со мной, я без проблем вышлю. Возможно, даже чуть позже, когда там не только этот документ, но и остальные материалы по этому компьютеру я систематизирую, сгруппирую, я напишу какую-то статью обзорную про это все, и все там будет опубликовано. Соответственно, когда я полез в ПЗУ, меня ждало колоссальное удивление. Значит, код написан очень рыхло, крайне неоптимально, и вообще у меня сложилось впечатление, что ПЗУ писалось в дикой спешке. То есть там, например, существуют куски кода, которые присутствуют там вообще непонятно зачем, они ниоткуда не вызываются, ничего не делают. Там регулярно встречаются такие вещи, как, например, вызов подпрограммы и тут же по возвращении из этой подпрограммы директивы read, вместо того, чтобы сделать один единственный jump. Там, например, бэкапят регистровую пару AF только для того, чтобы записать какое-то число в регистровую пару HL, потом вынимают с AF значение, перед этим записанное на стек, и тут же в регистр A записывают какое-то новое. Я долго пытался понять, в чем прикол. На самом деле понял только то, что человек, который писал ПЗУ, ну, у меня такое, во всяком случае, впечатление сложилось, что вообще не очень понимал, как работает процессор. Потому что, вот, например, этим действием он явно бэкапил флаги. А флаги меняются при записи в регистре на процессорах мотороловской архитектуры, но никак не интеловской. То есть там интерпретатор BASIC написан таким образом, что происходит огромное количество перестраховок, даже от того, от чего перестраховываться, в общем-то, и не надо. И на всех вот эти, на всей вот этой возне тратится колоссальное количество машинного времени, которого на самом деле и так очень немного. Так вот, подпрограмма переключения видеорежимов, она на самом деле разбита на огромное количество кусков. Эти куски раскиданы по всему ПЗУ. Они вызываются друг в друга, ныряют, там что-то вызывают сами. При этом всем там еще идет работа с областью системных переменных, и там задействованы их аж 15 штук и два отдельных массива. Все это, поскольку команд LDIR нет, то все это копируется по байтово в цикле, друг друга перезатирая. В общем, это какой-то кошмар. Я, значит, взял все, что относится к процедурам переключения этих видеорежимов и сгруппировал в одном исходнике. У меня получился исходник более чем на 300 строк кода. И я пытался, значит, в нем разобраться. У меня на это ушло 3 дня. Вернее, на самом деле 3 вечера. Я занимался этим вечерами после работы. И после долгой оптимизации, когда я наконец понял, что там происходит, значит, я обнаружил еще одну милую пикантность, которая не описана ни в одной книжке и вообще ни в одной официальной документации. В книжках написано то, что вот эту информацию о цвете, например, для режима 1, необходимо записывать по адресу 0400. На самом деле вот эта переключалка, она каждый вот этот байт цветовой области, все 32, записывает в 32 отдельных порта с адресами А0 до С0. Причем запись происходит не только один раз, когда, собственно, мы переключаемся на этот видеорежим, а каждое прерывание. То есть, когда я учел то, что делает системный обработчик в своих вот этих процедурах переключения, я запустил, и по-прежнему ничего не работало. И выяснил совершенно случайно, что в обработчике прерывания системного тоже есть, вот обратите внимание, в самом низу инструкция call set mode 3. То есть процедура переключения видеорежимов у нас вызывается еще и 50 раз в секунду. Вернее, одна ее часть. Вообще же говоря про обработчик прерывания, там применено довольно такое элегантное решение по перехвату прерывания. Поскольку прерывание у нас всего одно, второй тип прерывания мы объявить не можем, поэтому первой же инструкцией встроенного обработчика в ПЗУ является команда call на метку intcath. Метка intcath находится у нас в оперативной памяти по адресу F86E, и там находится 3 байта с кодом C9. Это opcode команды read. Соответственно, мы можем в оперативной памяти эти 3 байта заменить на директиву jump и указать любой произвольный адрес. И таким образом у нас обработчик встроенный подменится на свой. Но, соответственно, выполнив команду read, управление вернется опять же в системный обработчик прерывания. Поэтому для того, чтобы полностью избавиться от ПЗУшного обработчика,
нужно еще подвинуть стек. Сам же встроенный вот этот обработчик прерывания в ПЗУ, он, конечно, совершенно монструозный, потому что он тратит колоссальное количество времени на обработку клавиатуры. Там считывается текущая матрица клавиатуры, сравнивается с предыдущей, она тоже хранится в памяти. Там очищаются буферы, там происходят постоянные копирования. Этот обработчик контролирует нажатие дополнительных функциональных клавиш и сразу подставляет им отдельные инструкции Basic. Причем ведется контроль нажатия, и если нажатие произошло, то опять же из обработчика прерывания еще и вызывается процедура, которая издает звук на встроенный динамик. Это тоже съедает колоссальное машинное время, и на самом деле можно создать вполне спокойные условия, когда обработка прерывания у нас там займет треть фрейма. Совершенно легко. Поэтому, конечно, глядя на встроенное ПЗУ, приходит первая мысль о том, что от него надо отказываться, потому что мы все-таки с вами говорим о современном программировании под этот компьютер и, конечно же, должны ставить перед собой цели максимально использовать имеющиеся ресурсы. Ну, варианта два, да, то есть это первый, использовать вот эту штатную возможность перехватить системное прерывание с помощью ячеек в наверху памяти по адресу F86E. Либо можно, если мы вернемся к карте памяти нашего компьютера, то просто подключить нулевую страницу оперативки вниз, и тогда у нас обработка прерывания, каждый фрейм будет приходить по адресу 0038. Но, соответственно, тогда мы там не сможем уже держать видеопамять, и видеопамять надо перемещать куда-либо еще. Но это уже, что называется, на вкус и цвет. Все фломастеры разные. Таким образом, значит, реализовав свой собственный обработчик прерывания, получился он примерно вот таким, тоже умещающимся на один экран. Я учел, собственно, все то, что делает штатный, и не делаю больше никаких телодвижений. И у меня совершенно замечательно, значит, стали переключаться видеорежимы, и вполне стал доступен гигаскрин между двумя текстовыми, между любым из текстовых и графическим видеорежимом. Ну и можно даже, собственно, делать некий аналог триколора. Значит, про что я еще не сказал. Давайте вернемся к порту под номером 84 и обратим внимание, что за переключение видеорежимов отвечает 5 и 4 разряд. Это 2 бита. Соответственно, на самом деле у нас видеорежимов 4. В компьютере есть 4-й недокументированный режим, который нигде не описан, ни в одной книжке и нигде в интернете. Что он, совершенно очевидно, что он графический, потому что 4-й разряд, если у нас в единице, то в 5-м только задается, собственно, 32 у нас будет знака, либо 40 знаков. Так вот, если у нас 5-й разряд в нуле, а 4-й в единице, у нас включается видеорежим 2. Если у нас оба этих разряда в единице, у нас включается недокументированный видеорежим. Что он делает, где он находится, какие порты задействуют, бог его знает. С этим еще предстоит разбираться. Поэтому, в общем, простора для творческих изысканий в этом компьютере довольно много. Значит, давайте поговорим про производительность. Вот здесь в табличке указано, что тактовая частота 2,5 МГц. Но на самом деле тактирование процессора здесь происходит через вот эту верхнюю плату видеоконтроллера. И процессор тормозится видеоконтроллером в момент рисования графики, причем достаточно существенно. Более того, в быстродействии сказано, что значит, его эффективность этого процессора от 370 до 625 тысяч операций в секунду. Почему такой разброс? Почти в два раза. Дело все в том, что все зависит не только от того, что мы делаем, но и где мы в данный момент находимся. То есть короткие команды, которые оперируют исключительно между внутренними регистрами, 8-битными, такие команды, они, конечно, показывают самую большую производительность, те самые 625 тысяч операций в секунду, не меньше. Но понятно, что любая наша программа состоит не только из них. Мы так или иначе вынуждены взаимодействовать с оперативной памятью. Так вот, если мы пишем, вернее, если мы читаем из оперативной памяти, к каждой нашей команде чтения добавляется один такт. Если мы пишем в оперативную память, к каждой команде добавляется еще один такт. И все, что я сейчас сказал, справедливо только в том случае, если мы находимся в ПЗУ. Если мы находимся в оперативной памяти, то важную роль начинает играть то, какой видеорежим у нас в данный момент сейчас активен.
Так у нас получается, что в случае, если видеорежим у нас 0, это у нас самый, в общем-то, быстрый видеорежим. Если у нас включен видеорежим 1 либо видеорежим 2, то доступ процессора к оперативной памяти на самом деле возможен раз в 4 такта, поскольку выборка из памяти, то есть для вывода каждых 8 точек на экран приходится делать выборку из 3 разных адресов памяти. По крайней мере, эта вещь справедливо гарантирована для режима 2. Для режима 1 нужно делать выборку из 2 адресов памяти, но задержки там идентичны. И кроме того, обратите внимание на то, что можно подключать внешнюю память. В самом начале я об этом сказал. И внешняя память, она показывает наибольшую эффективность. То есть это память оперативная, но скорость работы у нее такая же, как у ПЗУ. Таким образом, если мы захотим помультиколорить, например, на Суре, или вообще побегать за лучом развертки и что-то попытаться порисовать вслед за ним, задача это на самом деле очень нетривиальная. То есть подсчет задержек — это отдельное упражнение, которое требует довольно большой усидчивости, сил и времени. И именно с этим связаны основные сложности эмуляции этого компьютера. Но эмуляция есть. Значит, есть два совершенно замечательных эмулятора. Первый эмулятор — это Башкирия. Эмулятор на самом деле поддерживает не только ПК-8000, но и сам компьютер Башкирия, собственно, и еще ряд других, там Львов, Микрошу и еще другие. Но эмулятор достаточно старый, запустить его под Win10 мне не удалось. Обнаружился на просторах интернета другой эмуль под названием MU80. Его история началась еще с середины 90-х. Автор писал его изначально под DOS. В начале нулевых он затащил его под Windows XP, потом потерял к нему интерес более чем на 10 лет. И совершенно недавно, в 2015, если я не ошибаюсь, году, он целиком его переписал с нуля уже на Qt. И таким образом этот эмулятор доступен сразу и в качестве дистрибутива для операционной системы Windows, в качестве RPM файла для macOS, то есть можно под Mac'ом совершенно спокойно его тоже запустить, и есть исходники на GitHub'е для сборки под Linux. Поэтому с эмуляцией все не так плохо. И доработка вот этого эмулятора MU80 шла параллельно в ветках форума ZXPK одновременно вот с разбором как раз производительности компьютера с точностью до такта. Поэтому там это все поддержано, и эмуляция достаточно точная. Единственное отличие в том, что не совсем корректно обрабатывается вот этот сигнал гаш, сигнал гашения. Это 4-й разряд порта 86. Значит, в эмуляторе EMU нулевое значение данного порта приводит к полному гашению картинки. В реальном компьютере на самом деле происходит все немножко иначе. Если у нас находится сейчас активен режим 0, то фон остается без изменений, а гасится именно чернила, растер. То же самое справедливо для режима 2. А в режиме 1 происходит полный срыв растра, то есть потеря синхронизации и восстановление синхронизации уже после снова подачи сигнала гашения изображения, то есть когда мы его зажигаем. Таким образом, у нас на экране происходит рябь. Если в этот момент у нас на экране не черный цвет, он не сплошным черным цветом залит, а какое-то есть осмысленное изображение, то это приводит к каким-то там непредсказуемым графическим дефектам. Соответственно, если будете программировать игры или какие-то демы, то это, конечно, необходимо будет учитывать. По графике, наверное, пожалуй, это все. По поводу звука. Если мы вернемся к техническим характеристикам, собственно, одноканальный бипер. Когда разрабатывали компьютер, делали в основной упор на графику, и концепция была в том, что, собственно, сделать недорогой компьютер из того, что под рукой, и если графику удастся реализовать достаточно качественную, со звуком уж как-нибудь разберемся. Ну, собственно, так и не разобрались, установили обычный одноголосый пьезоэлектрический излучатель, причем он установлен в самом компьютере и пищит прямо изнутри. Звук также можно вывести на телевизор, но внутренний этот пьезодинамик, к сожалению, не отключаемый, пищит он довольно громко.
Энтузиастами в 2008 году, в частности, товарищем МИК, это Михаил Тарасов, была разработана плата AY, которая подключается во внешний разъем расширения, либо X1, либо X2. И, соответственно, можно играть музыку под эту микросхему. Сложность была в том, что на компьютере Сура наружу не выводится сигнал тактирования от проца, сигнала INT там нет, поэтому на плате пришлось собирать свой собственный тактовый генератор. Работает он на частоте 50 Гц. Соответственно, частота получается микросхемы у нас 1,75, то есть ровно как на фирменном британском спектруме. Соответственно, спектрумскую музыку можно играть совершенно без каких-либо искажений. И адресация, поскольку у нас адресация портов ввода-вывода происходит через аккумулятор, то нам доступен пул адресов от 0 до 255, поэтому сделать, как в спектруме, порты BFFD и FFFD невозможно. На MSX адресация тоже идет по портам, там, если я не ошибаюсь, A0 и A1, такое тоже не сделать, поэтому здесь был применен, ну, чтобы хотя бы какой-то стандарт соблюсти, сделали как в компьютере Vector 06C. Соответственно, адресация портов AY происходит через порты 14 и 15. Поддержано ли это в эмуляторах? В Башкирии точно поддержано. В MU80 еще не проверял. Вот, с этим еще предстоит заняться. Ну и, собственно, как загрузить вообще программу в живую железку, да, если вы все-таки захотите поработать не только с эмуляторами, но и с живым компьютером. Варианта два. Значит, в разработке находится плата, вернее, уже она разработана, она просто в производстве, на таком вялотекущем, там ее энтузиасты делают, эту плату. Это плата контроллера дисковода и винчестера. На самом деле на компьютере ПК-8000 вполне возможно запустить операционную систему CPM. И есть девайс, который запускает CPM с CF-карты. Этот девайс поддерживает образ с расширением IMG. Туда можно записывать COM-файлы CPM-овские с помощью отдельных специальных утилит. Они в интернете есть. Я с ними, честно скажу, еще не разбирался, потому что IMG-формат на самом деле довольно специфичный. Самый простой путь для разработки, что называется, на лету, это воспользоваться совершенно штатным средством загрузки, это портом магнитофона. Для того, чтобы загрузить в порт магнитофона, нужно, соответственно, подать звуковой файл, и он кодируется, согласно документации официальной, полностью идентично компьютеру MSX. То есть задача, собственно, создать CAS-файл, то есть образ ленты. Есть отдельные утилиты конвертации из формата CAS в WAV-файл, это пакет, называемый CAS-tool, CAS-tools, и можно, собственно, создать CAS-файл самому из ассемблера, зная его описание. А можно воспользоваться, опять же, утилитами сторонних разработчиков. В частности, есть замечательная совершенно утилита MCP, которая из бинарника, создаваемого нами, формирует CAS отдельно. Эта утилита доступна и для Mac, и для Windows. Есть отдельный репозиторий на GitHub. Если будет желание, я всем желающим скину ссылки. Потому что внятной документации на MSX-формат я найти не смог, честно скажу, на формат CAS. Информация разбросана по различным форумам, где люди просто описывают то, как он устроен. И в основном эти описания базируются на их собственных наблюдениях в Hex-редакторе за структурой этих самых CAS-файлов. CAS-файлы, на самом деле, CAS-файл, CAS-файл урознь, как я выяснил, я тоже убил на это около 2 дней. И в итоге от идеи создавать CAS самостоятельно в ассемблере я отказался, благо все-таки была найдена на просторах интернета утилита MCP. Вот, и, соответственно, все это было прикручено к ассемблеру SGS, поэтому редактируем исходный текст, жмем комбинацию клавиш компиляции, при компиляции создается бинарник, к нему приделывается заголовок, вся эта история конвертируется в CAS, CAS автоматически конвертируется в WAV, WAV-ка запускается, и звуковой поток у нас гонится на живую железку. Вот, соответственно, с отладкой под непосредственно живой компьютер тоже сложностей никаких нет. Если возникнет интерес, покажу, расскажу, можете обращаться. Вот здесь на выставке позади вас, собственно, стоит сам живой компьютер Сура ПК-8000. После лекции всем желающим я могу его показать, рассказать, ответить на вопросы. Ну а сейчас, наверное, у меня на этом все. Большое спасибо.
Внизу есть мои контакты. Связаться можно со мной, либо написав на почту нашего музея museum@yandexteam.ru, либо на мою личную почту, либо на Telegram. Мой аккаунт bfox_ztx. Буду рад любым вопросам, замечаниям, комментариям. Спасибо.